Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванча калпатару вашча кипасинда бевача Патитананг павуне бхавашна вибхьо намо намаха Мукхам кароти вача ланг пангунг ланг хайти гирим Яд кипатам ханг ванди парамананда мадхавам Бриндавай тулсилеббай пиявай кесавасача Снабхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тату жайо мудире Шанкетане Кришна катхопадеш Гаурия патрашо пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагодваруна Дхайям Сада Паривабхагна Бхавишча Духам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпад Паллаванаха Чандамани Чатая Биспурьито кимапикабабаду свадарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадхикамай каданкипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канакабхадату Санкетанайкапитару камалайатакшау Вишамбару диджабару джугадхарвапалу Банде ягат приякару карунабхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чададасиниттам Бхавану Рупена Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишванатхам Вагиша Джасва Бадане Лакшмир Джасва Чабхакшаси Джасьясте Хидай Самбид Вам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Abhisriti Krishna Padarvindayo Khinoti Abhadrani Chasantanoti Sattasya Suddhin Paramatma Bhaktin Jnananca Vijnana Virago Yuktam Abhisriti Krishna Padarvindayo Khinoti Abhadrani Chasantanoti Sattasya Suddhin Paramatma Bhaktin Jnananca Vijnana Virago Yuktam Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told that Srila Prabhupada сказал, что в сердце чистых Гуру Вайшнавов сам Верховный Господь находится, Верховный Господь, и там он может чувствовать себя свободно, спокойно и может отдохнуть в сердцах чистых преданных. Хотя мы знаем, что Господь в форме Анирудха Вишну Параматмы, Анирудха Вишну Параматма, он находится в сердце каждой дживы, нет сомнений в этом. Но внутри сердец чистых Гуру Вайшнавов Кришна может отдохнуть и чувствовать себя спокойно, насладиться этим спокойствием, как в своей полной форме, но обусловленные души не могут чувствовать, что Параматма находится внутри их сердца в этом. Главная проблема, Шрила Сарасвати Такур говорит, что состояние обусловленных душ очень плачевно, хотя они приходят совершать харибаджан, иногда не думают из-за своего беспокойного ума, принимают какое-то неправильное решение, хотя вроде бы приняли решение совершать харибаджан, и вот они пытаются и думают о материи, все же о материальных наслаждениях. Если вообще они приняли прибежище у лотосных стоп чистых Гуру Вайшнавов, то тогда харибаджан может начаться, иначе вопроса харибаджана не возникает. И вот, чтобы начать харибаджан, первое, мы должны принять прибежище у лотосных стоп чистых Гуру Вайшнавов. Дикша должна быть, поскольку Джива Госвамипад говорит, хотя Харинам — это Парам Сватантра, Харинам — он очень могущественен, и не нужно ничего, кроме Харинама, поскольку Харинам может даровать даже прему, но все же обусловленные души должны принять прибежище лотосных стоп Гуру и Вайшнавов, чтобы начать этот харибаджан. И вот обусловленные души, почему они должны получить дикшу от Садгуру, поскольку Джива Госвамипад говорит, что хотя Харинам Парам Сватантра, он могущественный, не нужно никакой помощи, но все же обусловленная душа, их, ее сердце скверно. Много всяких таких ужасных вещей в ее сердце, и не так просто, что они возьмут и начнут харибаджан и харинам. Когда совершенный харинам снисходит в наше сердце, и тогда настоящий харибаджан может начаться, иначе мы можем пытаться что-то делать, но это просто попытки будут. И вот, чтобы изменить наше сердце, наши представления, поскольку жизнь за жизнью, бесчисленное число времени, обусловленные души, они находятся в этом материальном мире, страдают или наслаждаются. Прохлад Махарадж, он дает наставление детям демонов, своим друзьям. И вот Прохлад Махарадж дает совет детям демонов, своим друзьям. Он говорит, смотрите,
Я знаю, весь мир стремится к наслаждению. Без наслаждения кто будет жить? Если нет наслаждения, кто живет? Никто не хочет жить без наслаждения, и поэтому какие-то люди совершают самоубийство. А почему? Какова причина? Кто-то может сказать, что не хочет он наслаждаться, поэтому самоубийство совершает. Но нет, это неправильно. Если глубоко изучить их философию и подумать, зачем он совершил самоубийство, и вот если изучить его жизнь, то можно видеть, что они хотели, стремились к наслаждению, хотели получить что-то желаемое и не получили, и жениться там на ком-то или какое-то материальное благо пытались получить. И вот можно видеть, такие люди пытались что-то получить, какое-то наслаждение, и из-за того, что не получили, разочаровались и хотят совершить самоубийство. Если кто-то совершает самоубийство, то за этим желанием стоит то, что они хотели получить наслаждение, но не смогли. И вот если кто-то хочет совершить самоубийство, то, как правило, это из-за того, что он не может получить каких-то наслаждений. И не получая, он огорчается и вот решается на самоубийство. И Прохлад Махарадж говорит, что если вы живете вашей обычной жизнью, то автоматически все приходит к вам. Вам не нужно слишком сильно стремиться, как демоны, получить что-то. И вот Прохлад Махарадж говорит, никто не хочет получить, никто не хочет страдать, помещать себя в какие-то болезненные ситуации. Только мы в Шримад Бхагаватам Махапуране находим, что Кунти Деви спрашивает, поскольку Кунти Деви, она знает сокровенную суть Баджана, и поэтому она говорит, она просит Кришну поместить ее в какие-то проблемы, поскольку благодаря этим проблемам она сможет непрерывно помнить Кришну. Это не так просто. Та шлока, с которой я начал, эту шлоку может просто произнести, но почувствовать эту бхаву – это далеко не просто. И вот непрерывное такое чувство, когда может быть, вот в этом и есть вопрос. Прохлад Махарадж говорит, что каждый хочет наслаждаться. Это естественно, мы получаем наслаждение согласно нашей карме. Мы не, как, например, мы не просим, не молимся о том, чтобы какие-то плохие вещи, какие-то болезни приходили в нашу жизнь, а наоборот просим о хорошем. Но оно приходит само по себе, согласно нашей карме. И вот весь мир, он стремится за анандой, за наслаждением, за радостью, поскольку Верховный Господь, он анандамой сваруп, а джива, вот его мельчайшая часть, и это естественно, что Бхагаван сачит анандамой, и у дживы тоже есть некое подобие таких качеств, но в очень малой величине, и поэтому они попадают под влияние майи практически всегда. И вот Шрила Прабхупад говорит, что обусловленные души, они иногда думают, что они могут совершать баджан. Они могут даже принять прибежище у лотосных стоп садгуру, а дикша, она закончена или нет, это уже от них зависит, но так или иначе, после принятия решения, что они могут совершать харибаджан, они опять
попадают в какие-то, опять стремятся к наслаждениям, хотя в Гите такие слова говорятся. Те, кто по-настоящему разумные, они не стремятся к чувственным наслаждениям. И какие-то временные вещи, временные наслаждения таких душ, стремящихся к самосознанию, уже не привлекают, поскольку это все может сбросить нас в океан страданий. Арджуна, у Арджуна эти материальные наслаждения, они имеют начало и конец. Материальные эти страдания, они могут начаться и кончиться, но апракрита ананда мы можем обрести это навечно, навсегда, если мы сможем достичь того уровня апракрита ананды. Это не так, что эта ананда, она чем-то ограничена, нет, она вечна. Если мы сможем достичь того уровня, то мы обретем это навсегда. И вот Шрила Прабхупад говорит, что внутри обусловленной души дживатма, параматма, они там есть, но внутри сердца чистых преданных Верховный Господь, Он чувствует себя свободно. И вот согласно этой строке из Киртана, по-моему, там говорится, что внутри сердца чистого преданного, поскольку в его сердце нету никаких желаний посторонних и прочего, и поэтому Господь чувствует себя спокойно и свободно и может отдохнуть сердце чистых гуру вайшнавов. И вот тема сегодняшняя о том, как понять, что гуру вайшнава, Бхагаван, Нама, Дхама, Махапрасад, все это трансцендентно. Шрила Прабхупад, он Рупануга Вар, и Шрила Прабхупад также. И вот мы сможем говорить об этом, и вот можно вспомнить, что Бхагаван Шри Кришна, он говорит о Удав Махарадже. И вот Кришна Бхагаван говорит о Удаве. Саттвиквас значит находиться вместе с чистыми саду, гурами, вайшнавами, это зовется саттвиквас. И вот в этом киртане говорится, почему мы можем находиться с гуру вайшнавами, поскольку, почему это наставление шастр, поскольку гуру вайшнавы, общаясь с гуру вайшнавами, мы можем чувствовать какую-то радость, поскольку гуру вайшнавы всегда говорят о Кришне, думают о Кришне. И это происходит все время. И поэтому, общаясь с вайшнавами, мы тоже начинаем думать непрерывно о Кришне, и это дает нам радость. И вот в этих шлоках говорится, что, общаясь с вайшнавами, мы постоянно обретаем радость в процессе вот, обсуждения славы Кришны. Радхарани однажды сказала Удаве: «О, Удав, Кришна ушел. Кришна далеко от нас, но все же мы не можем оставить, мы не можем прекратить говорить о нем. Кришна ушел, все
как Кришна ушел, это значит, что наша жизнь ушла с ним. Но все же мы живем, поскольку если Кришна узнает, что мы умерли, то Кришне будет неприятно. И вот чтобы Кришна был доволен, и чтобы Кришна никак не беспокоился и не печалился, поэтому мы живем для него. Мы не оставляем наше тело, хотя Кришна, уйдя от нас, он забрал свою жизнь, на нашу жизнь с ним. Но мы не можем прекратить говорить о Кришне, поскольку Кришна Катха, памятование Кришны, оно не отлично от Кришны. Бхагаватта Вигьяна говорит нам, что если мы говорим о Кришне, имеется в виду, чтобы чистый, настоящий саду говорил Харикатху, Кришна Катху, то это Кришна Катха или Харикатха, она не отлична от самого Кришны. И вот Харикатха значит это сам Хари. И вместе с саду Гуру Вайшнавами мы хотим жить, поскольку без саду Гуру Вайшнавов мы не можем обрести чувства. Мы можем, конечно, купить много сандарбх, джаланиламани и прочее, но мы не можем обрести чувства. Гуру Кишордас Пабуджи Махарадж, почему я говорю об этом? Поскольку мы страдаем от каких-то болезней, и поэтому я говорю об этом. Гуру Кишордас Пабуджи Махарадж говорит, что вот какие-то люди покупают много книг на рынке, пытаются изучать философию, которая описывается в этих книгах, но кто может дать им чувства без гуру Вайшнавов? Без гуру Вайшнавов никто не может дать то чувство, которое описывается в этих книгах, а без такого прямого чувства баджан бесполезен. Я говорил об этом, например, мы еще не получили посвящение или харинам от кого-то получили, может быть такое, но имеется в виду от какого-то настоящего чистого преданного мы получили харинам, но дикшу еще не получили. И вот такое может быть, что если мы слушаем харикатху от чистого саду, и вы можете почувствовать, как ваша дикша уже совершилась. Например, вы обнаружите самбанта гьяну после слушания чистой харикатхи непрерывно, как в случае с Парикшит Махараджем. Парикшит Махарадж непрерывно слушал харикатху от Шукадева Госвами, лучшего из Парамахамс. И после этого он был Махабхагаваты. В Бхагаватам это описывается в нескольких местах. Но все же я хочу такой пример привести, что если мы получили посвящение чистого гуру Вайшнава, например, но дикша еще у вас не случилась, поскольку ваше самопредание не было совершено в то время, и в этом случае, если Гурдев ушел, то вы остаетесь беспомощными, и вот в этом случае, если ваша дикша не совершена, то через харикатху вы можете развить самбанта гьяну. Через харикатху вы можете обрести самбандху, абхидею и прайоджану. Это главное, это основа дикши. А если вы получили, например, посвящение 40 лет назад, но не развили самбандху, абхидею и прайоджан гьяну, что говорите о прайоджане? Даже самбанти гьяна, если нету. И если вы хотите... А что такое самбандха? Самбандха значит, если вы готовы, хотите посвятить себя служению прямо сейчас, а если у вас нет самбандха гьяны, то как вы почувствуете, что вы должны служить, например, своему ребенку или еще кому-то? А почему? Поскольку вот вы, родители служат своим детям только из-за этой самбандха гьяны, они знают, что это они их родные дети, и поэтому вдохновлены служить им. И вот в другой день я говорил об этой шлоке. Севан мукхи юхайам аду свамева спурти ада. Automatically by seva mood, if you are developing seva mood. И вот если мы развили настроение служения, то постепенно мы почувствуем вкус Кришнанамы, и в этом будет наш успех. И вот сейчас суть в том,
вместе с вайшнавами мы можем находиться, слушать харикатху, харикиртан все время и последние слова. И вот мое место, моя кшетра, там, где мы живем, это Ниргуна Вайкунтхавасту, как Шри Рангам Махапрабху, он отправился в Южную Индию на проповедь, и в итоге, когда пришла Чатурмасия, Махапрабху, он жил в доме Венкаты Баты. И Ширангам значит Вайкунтха. Ширангам значит Вайкунтха. Если мы отправимся в Бадринатх, например, то это тоже Вайкунтха. Вайкунтха снизошла в этот материальный мир также. И это все Вайкунтха. Вайкунтха значит... И вот мы вернулись к тому, почему Шрила Прабхупад чувствует себя спокойно и может отдохнуть в сердце чистых гуру вайшнавов, а мы не верим в это и не готовы признать, и поэтому такие сомнения возникают. Кришна говорит, где я нахожусь. Это Ниргуна. Ниргуна значит Вайкунтха Васту Чин Мой. И вот мы пришли к тому, что там, где Верховный Господь, Он может расслабиться, может отдохнуть, то есть смотрите, хотя Господь, Он пребывает в сердце каждого, но не в каждом сердце Он пребывает в таком раскрытом виде. Он может просто там в каком-то дремлющем состоянии пребывать. А смотрите, а там, где находится Кришна, то это место, несомненно, апракрита, поскольку сам Господь находится там, и поэтому это апракрита. И вот и до сих пор некоторые не готовы поверить и принять. Поскольку в другой день я говорил, что любые вещи, которые мы видим или чувствуем, или обсуждаем, мы обычно возвращаемся к нашему прежнему опыту, чтобы это сравнить с тем, что мы уже испытали за бесчисленные числа наших прежних жизней и в этой жизни также. И вот все, что мы видим, мы сравниваем с нашим прежним опытом, поскольку если мы что-то новое встречаем, то как еще это узнать? Но в случае с Бхагават-таттвой мы не можем сравнивать ее с нашим материальным опытом, поскольку трансцендентные вещи не познаются материальными органами чувств и опытом на их основе. И вот гуру вайшнавы, они апракрита, они трансцендентные. И как же понять их, если у нас наши органы чувств, они материальны? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что харинам самосияющий, а гуру вайшнавы, они самосияющие. Бхагаван тоже самосияющий, и дама тоже, она самосияющая. И вот такие самосияющие вещи, самопроявленные, и пытаться их познать с нашими органами чувств, это глупо, поскольку это невозможно сделать. И вот таким образом всегда наш материальный ум и материальный опыт, он поддерживает, помогает. То, что он помогает нам понять трансцендентные вещи, это как бы естественно, но он не может, но пытается. И вот Горки Шрила Бабаджи Махарадж говорит, что тоже такие некоторые люди покупают книги о каких-то возвышенных вещах, но изучают их, но чувства, кто же им даст? Без гуру вайшнавов, подлинных гуру вайшнавов, никто не может получить то чувство, которое описывается в этих книгах. Например, мы получили дикшу, но получили ли мы чувство Севы Гурудева? Какое чувство дал нам Гурудев, поскольку если мы не
получим чувство от Гурудева. Откуда это чувство мы возьмем? С какого-то рынка, с какого-то сухого философа? Нет, дикша. Оно само по себе, это слово значит, что Гурудев может вложить настоящее чувство служения. А что Гурудев может дать? Какую-то сухую философию, сухой харинам и сухую дикшу? Нет, дикша значит, Гурудев вложит прямое чувство севы, поскольку особенность гуру Вайшнава в том, что они 24 часа в сутки заняты в служении. Они всегда заняты в служении. Например, если мы, пример я привожу, какая-то ситуация создана, если они, например, не могут размышлять о Кришне, вот на даже какое-то короткое время, по какой-то причине, они чувствуют, что они буквально умирают. Как, например, если вот кого-то поймать и головой погрузить в воду, то человек захочет вырваться как-то, поскольку в воде дышать тяжело. И также гуру Вайшнава, если они не могут думать о Кришне, то в то время они чувствуют такое удушье буквально. И вот если какая-то ситуация так случается, они чувствуют, что они как будто умирают. И даже если они на... Они все, гуру Вайшнавы непрерывно находятся в связи с Кришной, и если эта связь на какое-то время прерывается, то они чувствуют удушение. И это признак чистой гуру Вайшнавов. И вот без чувства они не могут говорить харикатху. Если какая-то ситуация в их жизни случается, то они, потеряв связь с Кришной, чувствуют такое удушение. И вот дикша значит, что если мы на 100%, если мы понимаем значение дикши, то тогда на 100% после принятия настоящей дикши Гурудев, он может вложить прямое чувство севы в вас. И это особенность гуру Вайшнава в том, что они всегда заняты в севе гуру Вайшнавам и Бхагавана непрерывно. И поэтому дикша значит, они, то, что они могут вложить чувства севы в ваше сердце. И вот кто-то может такой аргумент привести, то, что после дикши И вот дикша, если мы получили дикшу, и вот пример Мараш приводит, подобно тому, как этот колокольный металл может превратиться в золото с помощью какого-то с помощью какой-то алхимии, и также люди, получающие дикшу, они обретают чистоту. Я говорил в относительно темы Варнашрама Дхармы о том, что тело — это не браман, наша вамша, наша династия, это фамилия, семья, в которой мы родились, это тоже не браман. А браман — это не тело, и не цвет тела, не кровь, не семья, в которой мы родились, а браман — это настроение бхава. Браман — это бхава, это чувство,
это значит, что такой человек всегда думает о Брахме, и поэтому он Брахман. А если какой-то Брахман никогда не думает о Брахме и заявляет, что он Брахман только на основании того, что он носит священный шнур, то это он просто шудра. И вот таким образом, когда мы обретаем совершенную дикшу, это значит, что Гурудев, он вкладывает силу в нас. И если эту бхаву мы не обретаем от Гурудева, может, дикшу мы получили 20 лет назад, все же это ложная дикша получается, так называемая дикша. И поэтому сомнения могут возникнуть такие, а после совершенной дикши не может быть никаких сомнений о наме, о даме, о спутниках, о лиле Кришны, о теле Кришны, о преданных Кришны. Таких сомнений не может быть, а сомнения происходят из-за того, что дикша не была совершена. И вот если есть... И вот даже материалисты, которые думают, что если есть материя, то антиматерия должна быть. То есть у вас у всего в мире есть синонимы и антонимы, как день и ночь, например. Ну и прочие такие противоположные факторы. Также ученые вот думают, доказать они не могут, но теория такая, что если есть материя, то и антиматерия должна быть. Это логически. Вот этот Эйнштейн тоже такую мысль подавал. И вот когда Бхагаван Шри Кришна находится внутри сердец чистых гуру вайшнавов, то как можно сказать, что они не трансцендентны? Хотя Кришна сам говорит, что я нахожусь в сердцах чистых гуру вайшнавов, и поэтому они чисты, апракрита, трансцендентны. И какова же концепция апракрита этой трансцендентности? И вот, чтобы понять, что такое пракрита и апракрита, нужно подключать свой материальный ум, поскольку у нас нет опыта по отношению к трансцендентному. То есть, если спросить у вас что-либо об этих терминах, то все равно ваш ум подключится. А иногда еще часто бывает, что наше понимание трансцендентного не совсем корректно, как, например, фокусники показывают фокусы какие-то, которые просто обман зрения, и также аргументы и материальный опыт, он также подобен этому фокуснику, который обманывает публику ловкостью своих рук. Если мы помним Кришну всегда, непрерывно, и таким образом автоматически любые эти абхадры, анардхи и прочее, оно не может находиться в нас, оно все уйдет. Любые негативные вещи, они не смогут находиться там, поскольку Кришна и Абхадра, она не может быть, как день и ночь не может одновременно быть, либо день, либо ночь, а одновременно не может быть. И вот Туласи Дас говорит,
солнце и ночью не может быть, то есть день уже получится. И вот without bhakti bhavana mangal we cannot believe. Somebody giving me 50,000 rupees, it is mangal. Somebody going to help me. И вот что такое мангал? Если нам кто-то дает деньги или помогает нам, это не настоящий мангал, не настоящее благо. Вот это мангал, это благо, это слово, оно относится к бхакти. И вот чем больше мы, как вот, например, ваш перевод, чем больше мы плавим золото, тем автоматически внутри этого золота есть какие-то включения, они сжигаются, и золото принимает чистую форму. И таким образом, как очиститься, мы должны совершать служение, следовать различным аскезам, как экадыши, и вставать рано утром и прочее. Мы должны всегда совершать баджану, это подобно тапасе. И если мы совершаем это, служим чистым гуру вайшнавам, то автоматически наша сатья, мы достигаем шуддасатьи, шуддасатра. И также мы можем и знания из Писания мы можем обрести, и также не только знания из Писания, но также это будет полно чувств. Если наш опыт, наше чувство есть, то есть разница между гьяной и вигьяной, когда знание, оно становится вигьяной, когда оно имеет чувство уже, оно уже зрелое. И вот мы находим, что Кришна, он находится внутри сердец чистого гуру вайшнавов, и поэтому их тела, они трансцендентные, но все же мы не готовы поверить в это. И в тот день я говорил одну шлоку из Брихат Бхагаватамриты. Санатан Госвами Пад произнес ее, о том, эту шлоку, о том, что если мы всегда слушаем Харикатху, то после этого мы обретем Чинмой Бхаву внутри нашего тела. И вот если мы непрерывно слушаем Харикатху, то Санатан Госвами говорит, что такая непрерывная Харикатха. То автоматически Кришна Бхакти Судапанат. Суда значит Амрита. Суда значит Амрита. Что значит Амрита? Амрита. Где обрести Амриту? Просто пойти на Кумбхамелу мало. Я за всю жизнь на Кумбхамеле не был. Шрила Прабхупада тоже никогда не хотел на этой Кумбхамеле принять омовение. Я не заинтересован в этом. И... А мы всегда принимаем омовение в океане Харикатхи. И вот Рупа и Санатан Госвами Пад говорят, Кришна Бхакти Судапанат. Кришна Бхакти Судапанат. Если кто-то вот отведает нектара этого амриты, то он забудет о своем теле и о том, что связано с телом. И в этом случае говорится о таком человеке, что он погружен глубоко в чувства Кришна Севы. И тогда и
только тогда это возможно, иначе нет. И вот если кто-то думает, что будет заниматься какими-то материальными вещами и харибаджаном одновременно, то это невозможно. И вот пример Джанак Махараджа и Прахлад Махараджа. Можно найти, что они внешне заняты материальными вещами, но на самом деле они не заняты ими. Вы должны изучить, как связать все с Кришна-бхаджаном, как связать все, что у нас есть, с Кришна-бхаджаном. В этом есть техника. Вот Дхрува Махарадж, он отправил и Притху Махарадж, Юдхиштхира Махарадж, Джанак Махарадж, все они делали, но и вот я могу показать в третьей песне Бхагаватам, в четвертой, где нет, в одиннадцатой и в остальных я могу привести примеры о том, где говорится, что нужно служить Варнашрама Дхарме. И вот там этот вопрос Варнашрама Дхарме является. Кто-то может думать, что нет нужды следовать Варнашрама Дхарме, но это не так. Смотрите, Кришна Бхакти Судха Панат. И вот день и ночь они пьют нектар Кришна Амриты и забывают о своем теле и всем, что связано с телом. И в этом нет проблемы. Санатан Госвами говорит в этом случае. Для тех возвышенных преданных, и вот хотя мы можем найти, что вот тела какие-то вайшнавы состоят из плоти, крови и прочих пяти первых элементов. И вот особенно в мире преданности, как ни странно, много враждебности. Если вы придете ко мне, я могу показать тысячи случаев. Такие люди приходят в баджан, пытаются совершать баджан, стать ачарьями, а получается все очень плохо. Почему? Какова причина? И вот кто-то становится враждебными, пытаются отравить кого-то или еще что-то делать. Я не могу пальцем на них показывать, к сожалению. Ну, такое происходит, такие вещи. А Вадхарва Упанишад, Вадхарва Веде говорится. И вот в каких-то писаниях описывается, как можно ослабить человека на время, но мы не имеем права читать все эти писания.
мы должны зависеть от милости Кришны. Но какие-то люди пользуются эти все черные магии и при этом заявляют о себе как о духовных людях. И в этом случае тело становится трансцендентным. Да, можно найти, что их тело состоит из этих пяти первоэлементов, но все же такие вайшнавы, они трансцендентные. Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур, он трансцендентен. Как Бхишкишна с помощью черной магии? Он хотел как-то обеспокоить Бхактивинода Тхакура. Но все же он и убить его не смог, но внешне мы видим, что дети, сыновья, дочеря Бхактивинода Тхакура, они заболели. Это невозможно было для него, но все же из-за того, что васту имеет какую-то силу, это случилось. Но у вас тут шакти, это возможность есть. И вот Харикатха, Харикатхамрита. И хотя можно видеть, что их тело состоит из пяти первоэлементов, но все же их тело трансцендентно. И вот еще вопрос был, как Вигарха может быть сделана из этого камня, стекла, металла, и как она становится трансцендентной. Но смотрите, в Гите Кришна говорит Арджуне: «О, Арджуна, И вот Арджуна хотел стать учеником Кришны, хотя был другом, и в итоге он сказал: «Я предаюсь твоим лотосным стопам, пожалуйста, научи меня, что такое хорошо, что плохо, что такой апракрита, что нет, я в запутанности». И Арджуна сказал так. И вот Арджуна сказал так, но все же Арджуна аргументы приводил, почему так, почему эдак, почему то, почему все. И вот он, тот, соответственно, отвечал на его вопросы. И вот смотрите, до 18 главы Гиты Арджуна спрашивает: а если бы не было вопросов, как бы мы Бхагавад-гиту получили? Это тоже один из секретов. Если бы Арджуна не спрашивал, то как бы мы Гиту обрели? И вот до 18 главы мы находим, что Арджуна задает различные вопросы, и даже когда он говорит вот эти слова, что «я предаюсь твоим лотосным стопам, пожалуйста, научи меня», то если бы это самопредание его было бы совершенным, то дальнейших вопросов не возникло бы. Но что Кришна говорит, мы должны следовать этому. И вот сейчас до 18 главы Арджун вопросы все задает. И в итоге, когда Арджуна был доволен, то он сказал, что хорошо, сейчас я слушаться буду тебя. А почему не до этого? А потому что сомнения у него были. И вот до тех пор, пока у нас есть сомнения в нашем сердце, то эти сомнения будут тянуть нас на дно материального океана. И поэтому любые сомнения относительно вашей жизни в баджане, мы должны прояснить их.
Если вы не прояснили, не развили эти сомнения, то это плохо. Когда Кришна, смотрите, говорит Арджуне: «О, Арджуна, мое рождение, моя карма, оно все божественно, трансцендентно, апракрита. И все же ты не веришь». И вот те, кто не чувствует этого, для них Кришна говорит: и если они не верят в божественную природу Кришны, то они будут вынуждены опять рождаться. А те, кто верит, то, соответственно, не нужно им рождаться снова. И как это возможно, что Верховный Господь может явиться в материальном мире, жить как обычный человек? И вот в этом вопрос. И мы можем вспомнить Шри Чайтанья Махапрабху, когда он был в Варанаси, те Майявади, Пракашананда Сарасвати и другие, они спрашивали о Майе, о Бхагават-таттве. И вот они говорили, что есть одна единая таттва, Майя, она также... Ну, в общем, они, эти майявади, не верили, что Шакти и Шактиман, они не отличны друг от друга. Шакти и Шактиман. Пытайтесь понять, это другая тема. И вот Шакти, Шактиматор Абид, это шлока из Веданта Сутры, что Шакти и Шактиман, обладатель Шакти, не отличны друг от друга. Как вот в случае с Кришной, Радхарани, Гопи, и все мы с вами — это Шакти Кришны. И если Шакти, Шакти Мато, Абьед, то согласно Ачинти, Абьеда, Абьеда, Татве, они не отличны друг от друга, но относительно Джива Татвы есть какая-то особенность. Я тоже буду говорить об этом в какой-то день. Я говорил об этой Джива Татве достаточно давно, и вот эти Дживы, они не наслаждаются Сварупшакти Крипой. Если джива обретает Сварупшакти Крипу, то все проблемы решаются. Шакти, Шакти Матур Абьед не значит, что джива Шакти, в шастрах говорится. Люди думают, Шакти, Шакти Матур Абьед, что все Шакти не отличны от Шри Кришны, но все же есть какая-то разница. Особенно Джива Татва имеет особую особенность. Можно вспомнить в 10-й песне Бхагаватам Ведастути. О Господь, со всеми шакти, ты забираешь все шакти внутри себя, и ты сейчас являешь такую лилу, что ты спишь в Карана-сагаре, в Причинном океане. И все шакти ты собрал и поместил внутрь себя. И сейчас ты спишь и не являешь никаких лил. Если Бхагаван не являет никаких лил, то тогда Бхагаваттва едина. А когда Бхагаваттва, она являет различные шакти, то вместе с шакти Бхагаван являет какие-то лилы. И тогда... И вот Махапрабху говорит, что Брахма, он искажается. Брахма Викар Прапта. Брахма, ну вот в общем они говорят, что
Брахма искажается, этот материальный мир мы можем видеть подобно сну, но это не так. Хотя майявади говорят, что они как, что это как этот сон. И вот Махапрабху говорит, почему Бхагавататва должна искажаться. Бхагавататва, она вот согласно этой шлоке, она безупречна, она наичистейшая. Если кто-то говорит, что Бхагавататва может исказиться, то и этот материальный мир мы видим как сон, но нет, Махапрабху говорит, в этом материальном мире мы можем найти какие-то камни, эти, точнее, философские камни. Если этим философским камнем можно прикоснуться к какому-то железу, то это железо станет золотом. И вот Махапрабху говорит, что даже в этом материальном мире, если такие вещи мы можем наблюдать, то смотрите, этот философский камень, прикасаясь к чему-то, он меняет природу предмета, к которому прикасается, но сам при этом не меняется, но изменяет структуру железа в золото. И Махапрабху говорит, что даже если в материальном мире возможно, что философский камень может превратить железо в золото, но сам при этом не меняясь, и поэтому Брахме зачем тогда искажаться? Брахма благодаря своей собственной силе может творить, и не искажаясь, не меняясь сам при этом. И вот материальный мир — это шакти паринути, это все шакти Верховного Господа. И все эти бесчисленные дживы, они тоже шакти татва, они джива шакти. И особенность шакти в том, что они находятся и они не находятся внутри сердца Кришны, поскольку если бы они находились внутри сердца Кришны, то почему они не обрели бхакти, поскольку сердце Кришны — это бхакти. Сердце Кришны — это Радхарани. И вот и почему тогда они не обретают бхакти? И вот особенность в том, что все дживы, они тоже шакти. Но эти шакти, они не находятся внутри Кришны. Но, в общем, где-то в Кришне. И вот если шакти, если Кришна, он проявляет свои шакти, тогда проявляются лилы, а если он свои шакти внутри себя вдыхает, то в этом случае мы никаких лил не находим. И поэтому в этом случае только Адвайгьян Таттва. Существует, но все же Кришна может являть лилу со своими спутниками, но не все могут поверить в это. И вот Кришна провозгласил уже, и относительно гуру вайшнавов мы знаем. И в шастрах есть такое свидетельство, как Кришна говорит. И вот для
чистых гуру вайшнавов, они не должны страдать от последствий своей кармы, но опять же, внешне могут они явить лилу болезни, как Мадхавинда Пурипат или Шрила Прабхупад, все гуру вайшнавы Наротама Такуру. Он тоже Ашушта лилу являл, и люди смеялись. И вот Наротам Такур, он когда являл лилу болезни, и какой-то преданный помогал ему дойти до Ганги, то материалисты они смеялись, что вот он вроде как трансцендентный, а заболел. И, он, ну, и этот Ганга Нараян Чакравати Пат, он заплакал перед Гурудевом и сказал: «Гурудев, вы являете лилу болезни, а вот люди смеются над вами, вы должны доказать, что это ничто для вас из-за очень короткий и вот что-то случилось там, и вот когда Шрила Прабхупад молился перед Бхактивинода Такуром, он говорил, что не нужно уходить сейчас, вы мне дали так много служения, я должен исполнить это. И Бимала Прасад, он плакал перед Шрилой Бхактивинодом Такуром, он просил его не уходить сейчас, как же он может сделать все без него, без Шрилы Бхактивинода Такура. Их отношения — это не отношения отца и сына, так думают только глупые люди. Но смотрите, Бхактивинода Такур, когда являл лилу болезни, то потом, через буквально несколько дней, он явил лилу болезни, и вся болезнь это прошла. И потом опять Бхактивинода Такур захотел явить лилу болезни, явил ее и ушел с этого мира. И таким образом мы не готовы поверить, что Бхагават Шарир, и также в Гите находим, что Бхагават Шарир, оно всегда, тело Господа всегда трансцендентно. Господь никогда не принимает материальное тело. И также Бхагаван говорит в этой гите о том, что у тела Господа всегда трансцендентно, но и также деяние рождения и уход Господа трансцендентно. И поэтому для многих людей думать о Нараяне проще, чем о Кришне, поскольку Нараяна никогда не являет никаких человеческих лил, а Кришна, он и ест, и спит, и делает другие вещи, похожие на то, что делают обычные люди. И поэтому другие сампрадаи приводят такой аргумент, что Нараян, он изначальный, а Кришна не изначальный, поскольку тот рождается, и поэтому они запутываются в этих особенностях Кришны. Но особенность Кришны и Гуру Вайшнава в том, что если они являются в этом трансцендентном мире, как они могут доказать, что их тело трансцендентное, хотя внешне выглядит, что оно такое же, как и наше. Кришна и Махапрабху, они тоже являли лилу болезни. Как Кришна, например, он в качестве лекарства просил пыль, воду, омывшую стопы чистых браманов, стопы чистых преданных. И таким образом, вот Кришна, он хочет нас одурачить из-за нашего демонического характера. И Кришна много ответов приводит в Гите. Он говорит, что демоны не верят, что мои деяния, мое явление, оно трансцендентно. И каковы наши представления о Чинмое, о трансцендентном? Кто-то думает, что не должно быть материального тела, например. Но смотрите, Санатан Госвами говорит, хотя внешне у Кришны может быть материальное тело, но это тело, оно трансцендентно. Оно нематериально, хотя внешне выглядит так. Мы не можем найти, как these Bhavanamas, you cannot find this body
Вот, например, мы далеко не всегда можем видеть трансцендентное тело Гурудева, видим только материальное тело, а чистые Гуру Вайшнава не видят трансцендентное тело Гурудева, трансцендентное тело Рупы Санатана Госвами. Они могут видеть это, в отличие от нас. Но их тело уже внутри самадхи. И вот как-то возможно, что кто-то говорит, ну, кто-то что видел Санатана Госвами в Паван Сароваре или Рупа Госвами в Таракадамбе, где они совершали свой баджан, как это возможно. И вот говорится, что их тела трансцендентны, и чтобы одурачить нас, они являют такую лилу Махапрабху. Как, например, Махапрабху являл такую лилу, что из его тела кровь текла. И вот Махапрабху, когда был в Гамбхире, он пытался выйти и бился головой об стену, и кровь текла. Или Нитянанду Прабху, когда Джагая Матха ударили горшком по голове, тоже потекла кровь. И во время Курукшетры Бишма, когда стрелы попадали в Кришну, то он видел, как кровь течет из тела Кришны. Но Кришна делает это для того, чтобы обмануть нас, чтобы мы... И вот, но... Шри Чайтанья Махапрабху, когда он давал Санатана Шикшу, Санатани Госвами, и вот это учение, оно зовется Санатана Шикша, и там Махапрабху говорит: «О Санатан, вся эта лила Махиши Харон, это похищение жен Кришны, это все майя». И то, что Кришна оставляет это тело, это тоже майя мой. Махапрабху говорит, что это все полно майя, это йога майя. О Санатан, Кришна Антардьян Лила или Махиши Харон, это все майя. Все совершается с помощью йога майи. И как это возможно? И вот первое то, что Кришны Сварупшакти, все жены Кришны, они его Сварупшакти. А я уже говорил, что Сварупшакти не отличны от Кришны. Если это Сварупшакти, то кто может похитить Ситу? Сита — это Сварупшакти Рамы. И как это возможно для Раваны украсть Ситу? Махапрабху говорит, что говорит о похищении Кришны, о похищении Ситы. Раван даже увидеть Ситу не может. Махапрабху говорит об этом. Смотри, Раван даже не может увидеть Ситу, поскольку Сита, она трансцендентна, а Равана материален, он даже увидеть ее не может. Но все же в Рамайне мы находим, что Сита похищена Раваны. И спор был на эту тему. Если бы не было такой лилы, то мы не чувствовали бы радости. Если бы Кришна не являл никакой лилы, то что бы мы делали? И поэтому, чтобы явить лилу, хотя лила тоже нить, она вечна. И вот перед Санатаной Госвами в каждой Брахманде различные лилы происходят. И вот можно, например, сейчас, когда я говорю Харикатху, Кришна, он являет Джанмалилу. Сейчас Джанмаштами в какой-то Брахманде. В какой-то Брахманде можно видеть, Расалила происходит, в какой-то Брахманде Кришна являет другие лилы какие-то. И вот во всех
все лилы происходят. И Махапрабху говорит Санатане, как это возможно, что все лилы вечны, поскольку лила непрерывно происходит. И в каждый... И сейчас Кришна, если Мадхурья, а точнее Кришна являет лилу воровства масла, то с каждой Брахмаде это может происходить. И вот в какой Брахмаде какая лила происходит, мы не знаем об этом. Где-то Кришна совершил свою лилу, и ушел. И вот смотрите, поскольку Брахманд бесчисленное количество, то и так получается, что все эти лилы вечно происходят, и в какой-то из Брахманд можно найти, что Кришна ворует масло, Яшода пытается поймать его и прочее. И вот и так получается, что все эти лилы Кришны, они всегда происходят в какой-то из Брахманд. И также на Галоке Кришна всегда находится, и там асуры, этих асуров там, асура Маран лилы в Нитья Галока Даме нету. Во Вриндаване великолепие вриндаванской лилы больше, поскольку имеется в виду в этом, на духовных этих мирах камсы нету, но есть идея о том, что он есть. И Кришна, если хочет он побороться с асуром, и вот там все эти демоны, они не активны. И вот в Нитья Даме на Галоке различные лилы происходят одна за одной, и таким образом они непрерывно происходят, но мы не готовы поверить в то, что лила вечна. И вот первое, Санатан Госвами, перед Санатан Госвами Махапрабху говорит, что Махиши Харан лила – это все Йога Майя совершает. Поскольку этих махиши никто не может похитить. Кришна, он однажды захотел победить Арджуну. Вот приняв вот какую-то другую форму, он победил этого Арджуну. И эти, каких, в общем, жители леса, они похитили всех жен Кришны, но это сам Кришна сделал, но внешне какие-то эти жители джунглей сражались с Арджуной и похитили жен Кришны. И также в династии Яду была разрушена. Можно вспомнить, что династия Яду, она необычна. Кришна говорит, вся династия Яду, она исходит из меня, с трансцендентного мира, и никакой шакти в этом трансцендентном мире нет, кто мог бы сражаться и убить их, и как я могу забрать их в свою Нитья-даму, чтобы совершить эту лилу, как это все сделать. И тогда Кришна в форме этого караса. А вот Кришна, он в форме проклятия это все сделал. И вот там эти дети, они
начали подшучивать над Риши Муни и Самбу, нарядили беременной женщиной. И вот пришли спрашивать, что вот эта женщина родит мальчика или девочку, скажите, пожалуйста. И Риши разгневались, они что, шутят с нами, уходите, вы родите причину смерти вашей династии, кусок... Ну, в общем, что-то эту часть плуга какую-то, ну, в общем, железо кусок какой-то, который станет причиной смерти вашей династии. И вскоре после этого проклятия действительно увидели в подушке, которая роль живота выполняла, там кусок железа нашли, они опечалились, пошли вот на Сударма Сабху к Кришне и рассказали. Но на самом деле это Кришна вдохновил сделать так, иначе как они могли так неуважительно обращаться с Риши Муни. И после этого этот кусок железа решили, ну, показали, что вот получилось в результате этого проклятия, и решили этот кусок железа истереть как чандан в порошок. Ну, и стерли, и выкинули в океан это все. А океан, в океане этот порошок плавал, и прибил он на какую-то землю, стали эти эркой. Эрка – это растение с острыми листьями, как у алоэ. Что если взять лист такого растения, и он очень остро можно порезаться. И, в общем, это пред этим, пред, не предисловием, а пред таким предшествием было. И Кришна на Сударма Сабхе решил, что нужно отправиться в Пурвашканду, совершить ягью, раздать пожертвования Гуру Вайшнавам, и давайте пойдем, поскольку Дварака вскоре будет затоплен океаном. И вот они все ушли, и совершив ягью, приняв прасад, они начали драться друг с другом. Они еще напились не вина, а какого-то напитка одурманивающего. Кто-то подумает, что если эти родственники Кришны пьянствовали, то что нам не пьянствовать? Но нет, на сварге есть такой сок сомараса. Это не вино, не какой-то алкогольный напиток, а какой-то сладкий сок, у него свое великолепие. Но и вот Мария какая-то, ну, какой-то напиток, в общем, они обопились его и опьянились, и начали драться друг с другом по желанию Кришны. В итоге перебили всех своих, всех. Прадюмна, Самба, Нирудха, они нематериальные. Будьте осторожны. Кто такой Прадюмна? Он на Апракрита Камадев. Они нематериальные, но все же. Камадев, он родился в его форме, Камадев Девата. Он... А, точнее, Камадев Сиддханта, в общем, в том, что все полубоги. И вот как Юдхиштхира Махарадж, он материален или трансцендентен?
Юдхиштхир Махарадж такую лилу являл. Он... Дхармарадж также был там, с Арджуной Индра пришел, со Ашвини Кумарами, они в теле Накула Сахадева явились, Бхима, Ваюдев в его теле был, смотрите, Ваюдев, не значит, что Ваюдев трансцендентен, не думайте, что Индра трансцендентен, нет, они смертные. После того, как творение заканчивается, они умирают. Если Индра сейчас Индра, то в следующей жизни, кем он станет, неизвестно. Они... Арджуна, Бхима, у них есть свои вечные тела, духовные в этих лилах с Кришной. А вот такие эти ядовы, родственники Кришны, они забылись и начали сражаться друг с другом. Махапрабху говорит, что под влиянием Йогамаи это случилось. И вот они сражались, и все погибли в итоге. Поскольку Кришна, он хотел забрать их из этого мира, поэтому он такой устроил. И Баладев, он тоже хотел уйти, видя такую ситуацию, тоже ушел. Он, Анантадев, он слил. И вот этот Баладев, он тоже ушел. И Кришна, видя... Все это он... И вот Кришна под деревом пипала. И вот Кришна сидел под деревом пипала, и какой-то охотник Джора, он это под влиянием Йогамаи случилось, и вот что. Этот охотник подумал, что какая-то красная птица там, и он выпустил стрелу в нее, а Кришна еще сидел, заложив ногу на ногу под этим деревом, и так пятка попала в пятку Кришны. Кришна не чувствовал боли, но этот охотник прибежал и увидел, что это не красная птица была, это лотосные стопы Кришны. Что же я сделал? Он начал плакать, начал рыдать. И Кришна сказал, что с это согласно моему желанию произошло, не волнуйся. Поэтому иди и не беспокойся. И после этого что случилось? В Бхагаватам описывается, что трансцендентный этот... Трансцендентная колесница снизошла, и Кришна взошел на эту колесницу. Колесница, она устремилась ввысь, проходя все эти планеты, все миры, все полубоги по дороге. Они кидали цветы в Кришне, предлагали сандалы и прочее. И таким образом Кришна, он возвысился до своего мира, и в Скандапуране можно найти какие-то свидетельства, что Кришна оставил тело, а тело Кришны было сожжено потом, тоже можно найти рассказы об этом, и это под влиянием Йогамаи происходит. Йогамая, она и вот согласно этим, это шлоке, то что демоны никогда не поверят, что мое тело, моя лила, мои деяния, они трансцендентные. Кришна не
не позволяет демонам познать это, когда эти демоны под влиянием общения с чистыми гуру вайшнавами не изменят свое настроение, то это да, но сейчас они не могут этого признать. И вот эта династия Яду была так уничтожена, и все остальные лилы Кришны, они тоже трансцендентны. И Шри Кришна Чайтанья Махапрабху говорит Санатани Гасай, о Санатан, все трансцендентно, никто не может понять, как это возможно, если такая лила, которую совершает Кришна, то тогда демоны, они не могут понять этого. Если Кришна является в этом материальном мире, если мы Кришна голоден, то то есть Кришна ведет себя как человек обычный, как Брахма, он как не понял, что это Кришна, а почему не понял? Он похитил его и видит, что, точнее, когда он похищал, он видел, что Кришна ест левой рукой и еще тем более доедает остатки за этими пастушками. Он подумал, что мой Господь не может такого делать, он обычный материалист, и поэтому Брахма похитил его. Брахма захотел проверить, посмотреть, он трансцендентен или материален, и что в итоге Брахма, какому заключению он пришел? О Господь, пожалуйста, прости меня, я сумасшедший, я не мог понять, осознать вашу трансцендентную лилу. Я думал, что вы материален. И Свагарадж Индра, он тоже обозлился на Кришну, что тот прекратил поклонение ему во Врадже, он хотел наказать его. И вот он думал, что этот Вражевася глупый, следует совету какому-то материальному, совету материального Кришны. И в итоге Индра, он вынужден был просить прощения, и также с Брахмой. Он был в неправильном положении и тоже не понял. И вот там Брахма вынужден был признать, что я никогда не буду пытаться понять Кришну своими собственными усилиями. И хотя ты аджит, ты не можешь быть побежден, но все же те преданные, благодаря своей любви, огромной любви, они могут контролировать тебя. О, Двиджа, я Бхакта Парадхин, ты Парадхин, но в Бхагаватам в первой песне говорится вот это шлока Савигья Сарат, что ты не контролируем никим и ничем, да, но также вот в другом месте где-то говорится, что преданные благодаря своей преданности и любви они могут повелевать Кришне. Я контролируем своими преданными, согласно Адвагьян-таттве, вы можете понять это. И вот если какие-то взаимоисключающие факторы происходят, Кришна, он самодостаточен, но в то же самое время Кришна чувствует какую-то неудовлетворенность, или Кришна никогда не чувствует голода, жажды, но в другом месте
выясняется, что он голоден и жажду испытывает, или то, что у него нет вожделения, но раса лилу проводит. И вот если какие-то эти конфликтующие эти качества появляются, но это все может прийти в гармонию уникальным образом, поскольку это Кришна. Если какие-то взаимоисключающие факторы в нашей жизни происходят, то это невозможно, но в Кришне могут сочетаться несочетаемые вещи. То есть такие противоречащие факторы находят свою гармонию идеальным образом только в Кришне и ни в ком ином. В Кришне и в Кришна-лиле это только происходит, поскольку Кришна – Верховный Господь. Кришна – это коренная причина всех причин, нет никаких причин Кришны. Я говорил в тот день, если Кришна трансцендентен, если вы хотите понять так, что Кришна, он... Как в этой матхурской тюрьме Кришна явился в форме четырехрукого этого Нараяны, Васудев начал поклоняться ему и спросил, ну что такое, ты в форме Нараяны явился? О Господь, и он начал поклоняться ему, но Кришна, он хотел наслаждаться родительской любовью своих преданных, и если есть такая Айшвария Бава, то не может быть родительской любви, как если есть человек в этом материальном мире. Ну, например, работает каким-нибудь там премьер-министром или президентом, но в своей личной жизни, если пойти к нему домой, можно видеть, что он играет со своим ребенком или внуком, может, он на работе президент какой-нибудь Америки, но дома, если посмотреть на его такую личную жизнь, он играет с внуками, смеется, ведет, дурачится, но когда приходит в офис на работу, то ведет себя уже по-другому. И Кришна, Кришна никогда не оставляет такого величия, поскольку если Кришна будет являть лилу величия, как Нараяна, например, то из-за этого величия будет только страх перед ним, а не любовь. И поэтому Кришна являет себя в другой форме. И вот чтобы поклоняться Кришне, мы должны избавиться от влияния Айшварья Бавы до тех пор, пока Айшварья Бава, она в нашем сердце. Никто, мы не можем поклоняться Кришне, совершать Харибаджан, Кришнабаджан, Кришнабаджан невозможен. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, поклоняться Кришне, единственное, что нам нужно, это открыть наше сердце полностью. Не должно быть никакого сомнения, нерешимости, ничего подобного. Если мы полностью сможем открыть свое сердце, тогда мы обнаружим Кришна Бхакти. Никаких преград, сомнений, страха. Если какая-то Айшварья Бава там будет, то это уже не Кришна Бхаджан, а Нараяна Бхаджан получится. И вот даже у нас есть какая-то десятая часть процента Айшварья Бавы, то уже Кришне не получится поклоняться.
Если мы поклоняемся Кришне, то мы должны быть очень осторожны. Кришна Бхаджан очень прост, что внешне можно найти, что Шрила Мадхава Госвами Махарадж и вот даже к Шриле Мадхава Махараджу какой-то Марвари, богатый человек, приходил, получал даршан виграхи в Калькутском храме, и когда бы он ни приходил, видел Шрила Мадхава Госвами Махарадж, говорит с кем-то, с какими-то преданными. Днем, вечером, после обеда, и вот однажды он спросил у Мадхава Госвами Махараджа: «О, Шрила Махарадж, вопрос к вам. Какой вопрос, говорите?» «Когда вы баджан совершаете? Весь день говорите, говорите, говорите с кем-то. Когда же баджан совершаете?» И вот Мадхава Махарадж засмеялся и сказал: «Что ты имеешь в виду под баджаном?» Ну, сказал, что надо на Мали Харинам повторять, то все делать. И Мадхава Махарадж говорит: «Смотрите, мой харинам, мои письма и все остальное я делаю в какое-то отдельное время, но в основном я исполняю указания Шрилы Прабхупады, и люди приходят спросить что-то у меня, и я хочу помочь им избавиться от влияния Майи, это мое служение такое. И проповедовать не значит, что вы останавливаете свой баджан». Один глупый ученик Вамана Госвами Махараджа спросил его: «О, Махарадж, если мы на проповедь ездим, то баджан тяжело совершать, одни беспокойства». А Вамана Махарадж спросил: «Что ты имеешь в виду под проповедью?» И вот наша проповедь, она не отлична от баджана. Если проповедь и баджана не противоречат друг другу, то мы точно не Гауди. Гауди никогда так не думают. Гауди преданные никогда не думают так, поскольку они знают, что они говорят харикатху, совершают киртан. Это великолепный харибаджан. И если они в какой-то день не могут совершать харикатху или харикиртан, то они очень беспокоятся и ищут причину, по какой они не могут это делать. Если, например, здоровье не позволяет, то это тоже не причина, чтобы не совершать баджан. Вот я, например, когда был совсем болен, в день явления Гуру Махараджа, вот пару лет назад, Махарадж заболел этим брюшным тифом или чем-то. Ну, Махарадж все равно преданные приехали, привезли к себе в храм, посадили на Вьясасану, сказали, чтобы он харикатху говорил. Вот Махарадж, он говорил харикатху в тот день. И вот Махараджу там рассказывали, какой-то преданный 60 раз эту харикатху переслушивал и был очень восхищен. И вот, хотя болезнь может быть, но это такая не совсем уважительная причина. Я вот извиняюсь, что в тот день не мог говорить. Что-то со здоровьем случилось, не мог Махарадж говорить. Чувствовал такую тяжесть в языке и прочее, какую-то тяжесть, вот что случилось, надо выяснить. И так или иначе, пракрита и апракрита мы... И вот мы должны понять под руководством чисто Гуру Вайшнава, что такое пракрита и апракрита. Наша харикатха значит 100% баджан. Когда я говорю харикатху, у меня нет надежды, даже нет ни малейшей надежды, чтобы потерять связь с Верховным Господом. Поскольку я, когда говорю харикатху, я имею 100% связь с Верховным Господом. И вот Гаудия преданные никогда не думают, что харикатха и баджан — это что-то отдельное. Мадхава Госвами Махарадж смеялся.
так или иначе чистые преданные, у них есть такая возможность связать все, все и вся с Харибаджаном. Они очень умны, они могут связать все, как Санатана Госвами, когда он был во Вриндаване, Санатан Госвами, он говорил с Враджаваси: «О, вы организовали свадьбу с вашей дочерью, да-да, уже организовали, я, что ваш этот муж жены делает, муж дочери делает». Вот кто-то может подумать, что Санатана спрашивает какие-то материальные вещи, но нет. Санатана Госвами знает, что в Раджаваси, говоря с Раджаваси, это Харикатха получается. И также чистый гуру Вайшнава, они очень умны, они, может, кто-то негативно это видит, но они связывают все с Кришнабаджаном. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, если мое выражение почтения другим помогает мне в моем Кришнабаджане, то тогда я буду делать это, несомненно. И тот же Шрила Прабхупад говорит: никогда не пытайтесь, не критикуйте никого. Пракрити и Пуруш, они совместно творят этот материальный мир, все материальные вещи происходят здесь. Если мы кого-то кого-то прославляем, то если кого-то прославляем, то наше внимание отвлекается на этого материального человека. И поэтому говорят, что не нужно как критиковать, так и прославлять кого-то. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если вы обмениваетесь прити, ну, какими-то чувствами с материалистами, оскорбителями, то тогда вы, то есть имеете какие-то отношения с этими оскорбителями, материалистами, то вы потеряете свою силу. И вот, смотрите, Харикатха, Харикиртан, Харинам и все остальное чистый гуру Вайшнавы могут связать. И вот их апракрита Харибаджан, апракрита Харинам, апракрита Гуру и Кришна Сева, они всегда совершают ее. И я говорил о противоречащих этих факторах, они в жизни Кришны и в Кришна-лиле могут найти гармонию. И как это возможно, на то он и Кришна, что он все может сделать. Как, например, Кришне всего лишь несколько месяцев он ползает во дворе дома Нанды Махараджа, и Яшода, когда она привязала его к ступке и пошла домой заниматься домашними делами, и этот Бал Кришна, смотрите, он, можно вспомнить, Нарада Ямаларджуни, проклял он их, и Кришна вспомнил, что время проклятия кончилось, надо сейчас его
надо освободить этих проклятых от их, этого проклятия Нарады. И вот он пошел, прошел между этими деревьями, а это ступка, она зацепилась за эти деревья, и Кришна шестимесячный, он потянул ее, и эти два здоровенных старых дерева, они сломались. Нанда Яшода никогда бы не поверили в это, как это эти целых два дерева упали, по какой причине, рассказывая. Но говорили, что это Кришна их сломал. Но кто же в это поверит? Как-то возможно, шестимесячный ребенок, как он может сразу два таких здоровенных дерева сломать? Кришна, он очень маленький. И вот они взяли, обняли его, поцеловали и не поверили в этом великолепии этой Кришна Лилы. Он находится в таком же теле, как будто человек, но являет какие-то уникальные лилы. Прапутану также, и вот во все лилы можно видеть Кришна. Он вроде бы в человеческом теле, но не в человеческом теле, а очень похожим на человеческое тело. Его тело трансцендентное, но похожее очень на человеческое. Если бы у Кришны не было такого тела, он бы не испытывал гнева, точнее, голода, жажды и прочего. Как, например, Кришна обиделся на свою мать из-за того, что она вместо того, чтобы кормить его, пошла пахтать йогурт, и Кришна он взял и сломал все эти горшки с маслом и с йогуртом. И все, что Кришна делает в этой человеческой лиле, если бы Кришна являл лилу как Нарайны, то тогда мы не смогли бы вкусить всего великолепия этой лилы. Обусловленная душа не может обрести связь с Верховным Господом. Это невозможно, если так или иначе Верховный Господь придет в нашу жизнь и явит нам свой даршан, мы не сможем потерпеть этой силы. Обусловленная душа не может потерпеть этой огромной силы, огромного могущества Господа. Дхрува Махарадж также, когда Верховный Господь явился перед ним, чтобы увидеть своего маленького преданного, который совершает баджан, то в начале всего Верховный Господь исчез из его сердца, поскольку Дхрува Махарадж, он непрерывно созерцал Господа внутри своего сердца. И Кришна Нараян думал, что если не уйду из его сердца, то тогда он не посмотрит, что снаружи происходит. И вот когда Кришна исчез из его сердца, он открыл глаза и увидел вот тот самый Господь передо мной. И вот пракрита – это и те, каких противоречия в нашем уме будут. Пока эти противоречия будут оставаться в нашем уме, мы не сможем обрести милость. А когда мы обретем милость трансцендентную гуру Вайшнаву, вы будете чувствовать автоматически гармонию. Вам не нужно будет изучать сандарбхи и прочее, чтобы доказательства найти. Автоматически сердцем вы почувствуете. Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж не изучал сандарбхи. Вамши Вадас Бабаджи Махарадж тоже не изучал никаких сандарбх. Внешне он не образован, но все же они говорили с Гуру Нитаем и прочее. Как это возможно из-за огромной любви? И поэтому Шрила Прабхупад говорит, если вы какой-то аргумент приводите, то тогда Пракрита Таттва не может находиться, она уйдет.
И вот Шрила Прабхупад говорит, если вы примите помощь логических аргументов, то увидите, что Пракрита Таттва, она исчезнет. И вот огромную веру мы должны иметь. И если у нас есть сомнения о Гуру Вайшнавах, о их там уходе, то, что мы помещаем их тело в самадхи, и через какое-то время, если мы выкопаем это самадхи, увидим, кости остались. И что плохого? Ну что плохого в этом? Кости могут быть. Во Вриндаване можно найти Гададхара Данта Самадхи. Зуб Гададхара Пандита выпал, и один чистый преданный, он сделал самадхи из зуба этого Гададхара Пандита. Это рядом с Кешигатом находится. И то, что если мы будем думать, что у Гададхара есть зубы, плоть и кровь, а ради чего это? Ради того, что нас обмануть, они являют такое тело. Их тело, оно трансцендентно. И вот Гуранга Махапрабху, он тоже являл такую лилу. И я могу пример привести. Если вы поймете это, то вы получите какую-то поддержку, поскольку аргументы не могут, логика не может находиться на пути к абсолютной истине. Поэтому я говорил, что вот ученые, они говорят, что Шри Чайтанья Махапрабху, он был, женился по любви, но это совершенно не так. Или они выясняют, что Махапрабху был избит до смерти в этом в Джаганнатх Мандире и прочие глупости. И вот Махарадж, когда он совершал свой баджан в лесу, ну вот в различных местах Махарадж их перечисляет. И вот, в общем, он никак, Махарадж никогда не одобряет такой уединенный баджан. Махарадж пытался совершать сатсангу. Кто-то может сказать, что Махарадж один был, но нет. Махарадж совершал гости баджан все время. Может, вы можете обнаружить меня в баджан-кутире, но там вся Гурварга со мной, я никогда не один. И суть-то в чем? В то время я видел утром, очень рано утром, в лесу, ну не в лесу, там какая-то глухая деревня была, в лесу практически. И однажды Махарадж обнаружил большая змея, ядовитая там. Но она не двигалась. Я думал, что делать. И вот, когда солнце взошло, я увидел, что это не змея. Это шкура от змеи одна осталась. А выглядит точно как змея, целая шкура. Когда змея меняет шкуру свою, кожу, то старая кожа очень похожа на змею. И вопрос мой, если Санатани Госвами сделали самадхи, то как это возможно, что кто-то может сказать, что Санатана Госвами совершали баджану в Таракадамбе или еще где-то в том же теле. А это значит, что они хотели обмануть нас, когда Кришна также явился в этом материальном мире. Кришна, он не нарушал никаких правил и предписаний, хотя тело Кришны трансцендентно, но все же
Кришна ничего не нарушала. Кришна, он вел себя как обычный человек, он какие-то качества материальные, как материальные принял, чтобы сделать лилу более великолепной. Это подобно шутке Кришны. И как Кришна может быть голоден, например? Разве он какой-то материалист, чтобы чувствовать голод? И когда Кришна пришел в этот материальный мир, хотя его тело трансцендентно, но все же Кришна принял что-то специальное, поскольку если бы Кришна не принял, лила бы не была такой великолепной. И таким образом, может быть, Шрила Кешава Госвами Махарадж, например, говорит, как змея скидывает свою старую кожу, то она похожа на всю, на змею. И также гуру вайшнавы хотят одурачить нас, они оставляют свое тело, но их тело трансцендентно. Они оставляют это грубое материальное тело, как вот змея оставляет старую кожу, чтобы одурачить нас. И вот таким образом они хотят обмануть нас, будьте осторожны. И не думайте, что они материальны. Плоть, кровь, кости могут быть там, но если... Ну, смотрите, с другой стороны, если они оставляют свое тело, то мы можем погрузить тело в самадхи и поклоняться этому самадхи, и таким образом мы благо обретем. Но все, что связано с гуру, вайшнавами и бхагаваном, это все апракрита, трансцендентно. Если Шри Чайтанья Махапрабху в Пурушоттам Дхаме совершает лилу, то как это возможно для Шри Чайтанья Махапрабху уйти с храма Гамхиры? Как, поскольку там было три двери, три замка, три больших стены, и Махапрабху все равно, не открыв ни одного замка, проходил через эти все стены и двери. И вот Махапрабху находили у храма Джаганатха, и там корова лежал, и коровы облизывали его. И иногда Махапрабху прыгал в океан или принимал просад вместе с коровами. И как это возможно, что Шри Чайтанья Махапрабху, он ел рис, дал параману, мы не можем ожидать, поскольку он чинмой. И если у вас такие вопросы, такие сомнения внутри вас есть, то успеха вы не достигнете. Если Махапрабху не являл бы такой лилы, то как бы мы могли служить ему? И вот Амок, муж дочери Сарвабхаума Бхаттачарьи, был материалистом, он хотел измерить Шри Чайтанья Махапрабху, хотел какими-то материальными представлениями измерить Махапрабху и совершал оскорбление, говорил, что это саньяси так много ест, хотя сам же уговаривал его съесть побольше, но не знал, что это сам Джаганат Сарвабхаума Бхаттачарья осознал это. И Адвайта Гасай тоже мог осознал это. О, Прабху! Thousands of, you know, pot of rice and dal and sabji.
And here I'm giving this much rice and also this they can understand. Sarvamoti Jeju can understand, Advaita Gosai can understand, but Amukh, the Sony law of Sarvamoti, they cannot understand. И вот все, кроме этого Амукха, они поняли, что Махапрабху это сам Верховный Господь, а этого Амукха из-за его материальных представлений он не смог осознать величие Махапрабху. А Сарвамбадачарья, Адвайта Гасайи остальные смогли. И поэтому ученик Мадхавенды Пурипада, Ишвар Пурипад мог понять, но Рамачанда Пури нет. Поскольку Рамачанда Пури всегда принимал прибежище у аргументов, у аргументов, он думал, что его Гурудев материальный человек, он сказал ему, чтобы тот думал о Брахмавасту и не плакал, но тогда его Гурудев очень разгневался. Он сказал, чтобы тот ушел и не показывался ему на лицо. Я не обретаю Кришна Севы, и поэтому плачу, а ты мне даешь какие-то советы. Уходи отсюда. И вот по милости Садгуру пытайтесь понять это. По милости чистых Гуру Вайшнавов. По милости чистых Гуру Вайшнавов. Только это единственная процедура, через которую мы можем обрести доступ в трансцендентный мир, иначе мы можем поддерживать храм, иметь тысячи учеников в Виграху, иметь храм и служить ей, но толку от этого не будет. Все будет бесполезно. Без милости чистой Гуру Вайшнавов мы не можем обрести доступ в этот трансцендентный мир. Наши попытки входа будут ограничены. Не пытайтесь понять Гуру Вайшнавов с помощью материального видения. Если мы неправильно поймем их, то мы будем обречены на падение. Вы должны видеть это как проверку. Кришна через Гуру Вайшнавов, он показывает нам такое, как Мадхавенда Пурипад, он вел себя как этот обычный человек, но Ишвар Пурипад никогда не думал, что он материален. И мы должны избавиться от таких материальных представлений о Гуру Вайшнавов. И вот что хотел сказать Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад говорил, что Гуру – это коренная причина нашего баджана. Шрила Прабхупад всегда говорил, и я то же самое говорю сначала, в начале и в конце. Шрила Прабхупад, он в читании Чаритамриты говорил, я по милости Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура тоже обсужу это. И вот Шрила Прабхупада, он говорил все время, что Гуру – это коренная причина нашего успеха. Без Гуру наш баджан, он подобен нулю. Может, мы великие ученые, может, мы очень богатые, или много власти у нас, но ваш баджан без гуру будет нулем. На каждом шаге мы должны осознать гуру татву. Мой гурудев ушел, ваш гурудев ушел. Это не значит, что гурудев ушел. Гурудев – это аканда татва. Гуру татва – это аканда татва, и поэтому гурудев спасет нас через киртан, харикатху все время. И вот вы должны осознать это. Вы должны обрести милость от Гуру Вайшнавов. Если Гурудев ушел, что делать? Без Гуру Крипы, без Вайшнава Крипы, никогда вы не можете достичь духовного мира. И это моя просьба, то, чему я следую. Я говорю вам, всегда и везде пытайтесь поддерживать чистоту, внешнюю и внутреннюю чистоту. Иногда, если я внешнюю чистоту не могу поддерживать по какой-то причине, я наказание получаю, поскольку харикатха, я не говорю ее из моей памяти, я говорю из сердца.
Гуру Варга не находится в моем сердце, и поэтому мое сердце должно быть очень чисто. И вот Апракрита Джагат, трансцендентный мир, если мы хотим понять что-то о трансцендентной татве, как это возможно, что все спутники Гуранги Махапрабху, они трансцендентные, что Дхамма трансцендентна, то тогда мы должны прийти к чистым Гуру Вайшнавам и следовать их жизни. И если мы потеряем, если они, вот, Гуру Вайшнавы, они теряют чистоту, они сожалеют, они буквально плачут. Если изучить жизнь Гуру Вайшнава, то мы увидим, насколько много правил и предписаний чистоты и прочего. Если они иногда не что-то нарушаются, они из-за этого осквернения не могут совершать служение, и поэтому очень опечаливаются. И вот мы должны помнить, кто такой Шрила Прабхупад. Кипая хори кетана мурти дарам дарани варахарака гаура джанам джанакадика васала снигда падам пранамами сада прабхупаду падам пранамами сада прабхупаду падам пранамами сада прабхупаду падам ванча калпа дурвасе кипа синдбабача патитанам пабану бабашня бьонамуна.